Всем привет, с вами Мегадекстер, это мой второй влог. Это будет как продолжение первого влога, потому что я решил все-таки, что влоги буду снимать чаще, чем летсплеи, потому что влоги чаще всего короче, чем, чем летсплеи. Да ладно, да ладно! У меня там летсплеи там минут 20-30, влоги сколько? Минут 5-4. Да и тем более на них времени монтажа уходит гораздо меньше, вообще просто публикации на YouTube гораздо меньше времени. Вот. Обычно я снимаю, ну я решил, что обычно буду снимать на камеру свой телефон, потому что моего телефона разрешение, качество видео Ultra HD. У меня единственное в классе есть качество видео Ultra HD. У меня раньше был телефон Nokia кнопочный, только в этом году появился совсем телефон LG G3. Я вам сейчас даже покажу. Nokia у меня была 5130C2, если не ошибаюсь, а сейчас у меня телефон LG G3, вот сейчас покажу. Вот, собственно говоря, телефоны, вот LG G3, который мне подарили в этом году, и Nokia, с которых ходил прошлые 5 лет, потому что в первом классе у меня телефона не было. Да, Nokia гораздо меньше, я знаю. Вот, основная тема, наверное, не в этом, я потерял пульт от коробки Avermedia. Думаю, у тех, у кого есть Avermedia, какая у меня, я не помню, какая модель у меня, знают, что без пульта ничего не делаешь, кроме того, что только включишь Avermedia и просто запишешь видео. Вот и все. Я вам сейчас покажу, потому что у меня на коробочке, кроме этих кнопок, больше ничего нет. Вот, Power, Record, HDMI и я не помню, как называется, но это показывает сигнал, правда, так скажем. USB драйвер, микрофон и наушники. Все. Тут нет никаких кнопок меню. Никаких. Не смогу без пульта. Да, немного пыльный Avermedia у меня немножко. Это очень плохо. Я его когда-нибудь найду, но, блин, какая разница? Мне надо хотя бы выложить последнее прохождение Чарджера в конце 2015 года. То есть сейчас. Потому что как бы заканчивается 2015 год. Закончится и прохождение Чарджера, в принципе, и логично. И хорошо, как для меня, с 2016 года начнется уже прохождение Бугана, Рэмон, Скалендер, Спайрс Адвенчер и так далее, там, что я уже найду. Вот. Скорее всего, засниму новогодний влог, ну, просто там вырезки того, что я буду снимать с 31 декабря по 1 января. Я буду снимать у себя не в квартире, а на даче, она у меня очень большая, поэтому я, наверное, покажу там, ну, может быть, все. Так что, в принципе, на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, с вами был Мегадекстер, всем удачи, всем пока.